годы войны поставки в Молотовск промышленных товаров были свернуты. Чтобы обеспечить жителей товарами первой необходимости, в августе 1941 года в городе созданы артели. Здесь работали более 500 человек. Была организована скупка поношенной обуви у населения. Этими сапожными инструментами ее ремонтировали, а затем повторно продавали. Было освоено производство сапог на деревянной подошве с брезентовым голенищем. Проблема нехватки обуви для жителей города была решена.